Поймал! Я тебя связал, и теперь я тебя тащу за мной. Вот сюда, вот это твое место, садись, ты связан. Все. Поймал Ярика. Все, Ярик, тебя тоже связал, тащу за собой. Все, ребята, я поймал двух вот этих пацанов, и теперь я их увезу в свое логово, ребят, и буду над ними издеваться и прикалываться. Ну что, ребят, вы готовы? Только мы что-то не летим. Всем здорова, дорогие друзья, с вами по-прежнему Оверкус и Барт, и мы продолжаем играть в прятки маньячка с Крапиханькой! А всем привет, друзьяшки! Всем привет, дорогие друзья! В общем, ребят, карту нам скинул наш подписчик Денис, огромное ему спасибо, вы, ребят, только посмотрите, какой огромный у нас дом! В нем миллион нычек, ребят, очень много различных потайных ходов, всякие лестницы, потайные помещения и так далее. Это, конечно, все очень прикольно, мы хотим попросить вас заранее свернуть видосик, поставить большой палец вверх, ну что? Что, Некит, Ярик, вы готовы начинать? Да! Поехали! Ну что, Овер, первый маньячок у нас Некит, ты здесь кинь? Чё, оп, идеи какие-нибудь? Да, братан, да, ну, короче, просто погнали куда-нибудь вот сюда, посмотрим, что здесь вообще такое. Нафиг ты сказал. Какой бы упасть? Нафиг какой ты бы сказал, упасть, да? Да, да, да. В смысле, да. Может, я обманул? Запрыгивай быстрее, брат! Запрыгивай! Да, да, давай в подвал, давай, ага. Давай, 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 спускайся, спускайся. Всё, Настя. Ага, все, классно, нифига. Смотри, нифига себе тут что? Вау! Братан, можно стой, было по-другому стой, стой, пути стой, сюда стой. Залезть? Вау! Пацаны. О. Пять, ой. Четыре, Ярик! Три, ты а, че? Два. Ты че? Ой, Некит выбежал я уже, все. Я спрятался. По-моему, нам хана. Да не, походу тебе хана. Нет, мне не хана. Я жив. Хорош. О, Ярик, здорово. О, ой, побежали отсюда, Ярик, быстрее. А кто вот сзади меня был? Опа, все. Я спрятался, я спрятался. Я не знаю, братан, кто там. Надеюсь, был. Все будет нормально. Я не знаю, кто это был, наверное, кто-то другой, точно не я. Все, Ярик, красавчик, сидим, короче, в нормальных клевых местах. Я надеюсь, ты спрятался, Ярик? Да я спрятался. Я тоже, блин, но у меня такое палевное место, на самом деле, ребят, очень страшно. Блин, ё-моё, кстати, ребят, ставьте большой палец вверх, если ждали прятки, давненько у нас их не было, я знаю, что вы их очень любите. Блин, ё-моё, Ярик, нам надо как-то встретиться с тобой. Ага, да. Да. Я не хочу полететь. Знаете что, ребят, тут единственный минус, что небольшая территория вокруг дома. Я люблю обычно побегать от маньяка, но здесь придется, ребят, реально использовать самые клевые тактики нычек. Опа. Нифига себе, ребята. Ё-моё, надо залезть. Ой, вы что там, друг друга нашли? Нет. Ярик, Ярик, живи, брат. Ярик, живи, браток. Бегаю, бегаю, бегаю. Ярик, это кто там был? Привет, Овер. Я не знаю, меня кто-то поймал, нет? Я не знаю, я убежал. Ой, Некит, привет. И меня никто не поймал. Ё-моё, ребята, Ярика поймали, капец. Как обидно, да. Пока. Нет, угорает. Пока. Стоит, ой, 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 побежали, 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 побежали. В смысле, ассасин? Ой, все, я спрятался, пока. Хорош. А я видел, куда ты спрятался. Белая акула. Все, пока. Yeah. Все, пока. Все, пока, Некит. Все, пока. А, чё? Вот кнопка. Да, где? Покажи, покажи, стой. Покажи, пойдем, покажешь. Покажи, покажи. Где, где? Вот, где? Вот. Да, иди показывай там кому-нибудь другому. Обманул, 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 обманули дурака. Я тебе сейчас все ноги переломаю. Побежали, побежали, нет. Класс. Опа. Что это за сенсор? Куда убежали, не понял. Что это, ребята, за сенсор? Чё он открывает? Я что-то не понял, нифига. Вот это, конечно, прикольно, ребят. Какой-то я, короче, опа. Некит, Некит, вот он, впереди, впереди. Да что ты палишь, Ярик? Да нет, я хотел в другую сторону направить его. Ай. Я за ящиком сел. Я твоим глазом заметил, понимаешь? Не ай! Ой! Нет! Ай! Все! Поймали! Я моя, ребят! Ну ладно, вот такой вот офигенный первый раунд. Ну что ж, теперь у нас Ярослав будет маньячком. Погнали! Так, братан, я тебе сейчас покажу нычку, в которой ты не был. Ты нашел, что ли? Нет, я тут был, брат. Я тут был, но. Там есть какая-то кнопочка. Если вот кнопочка, тогда да. Если кнопочка, тогда не был. Кнопочка это хорошо. Так, аккуратно. Смотри, смотри, братан. Так тут сенсор. Погоди, тут все в сенсорах. Может, от сенсоров что-то работает? О! О! Да, забегай! Вон сзади тебя! Погоди, ну-ка, открой. Во-во! А как мне залезть? Я тоже зашел. Вон, 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 вон. А, блин, так и что это? Смотри, прикол. Мы перегородили путь. Точно! Я выбежал.
Я выдержал. Есть, красава, Ярик, все, можно сыскать. Никитос, дай расцелую. Подожди, дай поцелую тебя, Никит. Ой, там что-то открылось, брат. Там что-то открылось, брат. Это как оно там открывается? А что? Опа, я не знаю, где вы. Да, подожди. Мы спрятались. А давай попробуем туда. А где? Да. И все, и мы здесь, Никит, можем сидеть, да. Миллион тысяч лет, пока Ярик... О, да. Так тут кнопка, Никит. Вау, есть, да. Я вон открыл. Нажми. Нажал. Вау. Да. Офигеть. А тут... как закрыть? Тут две дырки, Никит. Тебе и мне. Сверху еще какая-то штука есть. Вау, это что такое? Каждому по дырке. Это поршни какие-то. Смотри, вау. я вылез, братан, куда? Иди сюда. Ты там можно вылезти? Да ну нафиг. Ё-моё, а где мы окажемся? Офигеть. Это где мы? А вы где? Мы где? Что это такое? Ребята. Пароль, чтобы... Отгадал. Изи. О, и мы помыли. Пароль говоришь? Пароль я помню. Нифига себе. Тут можно просто кругами, Никит, ходить. Мы по кругу просто щемим. Да, ё-моё, ребят, вот за такие нычки это просто большой пальчик вверх. В репите реально, Ярик нас никогда здесь не найдет. Да найду. Кнопка. Это вот она, это вот она закрывает. Все, мы можем тут сидеть. Я залез. Куда? Куда ты там, Ярик, залез? Вот к вам. О, тут еще кнопка, Никит. В смысле? Да ладно, это кажется, где бы? Ярик с этим не справится вообще никак. О, я выбил. Ручей, я молотом выбил. Никит. Пацаны, а я в тупике. Я молотом выбил. Прикинь? Да, нормально. Видел, как она отлетела, эта решетка? Смотри, капец. Трубу пробила. Она да, это водичка, идет. Да. А как нам вылезти обратно? Выйти? А, понятно, брат. Понятно. Ой, придется, выбил, придется, да, отсюда выбегать. Че, Ярик, как там дела у тебя? О, а всё? Вот вы были там, где кусты? Мы там, сбежали, кусты. Да, давно были там. Блин. И как Никит, Никит. Пипец. Чего? А что вы где? Ой-ой-ой, не скажем тебе, Ярик. Попробуй нас найди. Вот так, это тебе челлендж и лайфхак. Опа, это что тут такое? Это где я? Это как сюда попасть можно? Я не понимаю. Ну все, Ярик, красавчик. Красавчик. Опа. Толчки. Не знаю. Ой. Какие толчки? Никакие. Вы где? Никакие. Никакие толчки. Там кто-то был? Или что? Где? Как оно открывается? А, есть. О. Есть. Ай, блин. Опа. Я платформу построил, у меня не молот был в руке. В смысле не молот? А, ты хотел ударить, да? Блин, Никит. Ё-моё, брат! Остался только овер. Который рад. А я не знаю, где он. Да. А ты меня никогда не найдешь. Интересно. Ребят, это реально мега эпично просто. Это просто карта шикарная. Денису огромное спасибо, друзья. Просто лайк за мои старания. У меня все залагало. Что-то там кто-то поставил, видимо, да? Все отлагало уже. Не знаю. Ярик спрятался. Где овер? А не скажу. Да, в смысле спрятался? Не скажу. Ладно, так Ярик, я там, где угадывать пароль надо было. Так там два. Где? На лестнице. На лестнице знаю, пароль. Да, это на Ай, ладно, все, Ярик, я уже ушел оттуда. Все, Ярик. Да, я уже это... Я уже туда, к тебе лезу. Давай. Так. Где-то провалиться можно. Опа! Алло. Алло. Я просто представляю, алло. Что Ярик алло. Сейчас стоит я просто быстрый. Я просто за Яриком, короче, бегал. Прикинь, Никит, все это время. Красава. Опа. Просто красава. Опа, Ярик. А где нычки? Да я сзади. Ах ты. Поймал. Да, ну, в общем, ребят, вот такой вот мега клевый раунд. Ладно, теперь моя быть очередь маньячком настала, погнали. Ну что ж, ребят, моя очередь наступила. Итак, надо найти двух этих парней, которые спрятались от меня где-то в доме. Да. Блин, ребят, это, наверное, задачка будет не из простых, тем более одного я как-то уже вижу, он торчит. А как туда попасть? Где? А как туда попасть? Опа! А, ну, это Никит тебя видит. Здорово, здорово, Никит. Это Никит тебя увидел. Да, это, наверное, был Никит. Он куда-то убежал. А куда ты дернулся, Никит? Ё-моё, ребят, куда ты убежал? Так это я был. А, на стекле, вот он убежал, то это я был. Да я не знаю, на стекле это был Ярик, да. Все, окей, окей. Я уже убежал у своей нычки. Не-не-не-не, это был Ярик, обманщик. Ой, я упал, ё-моё, ребят. Надо как-то их догнать сейчас. Так, аккуратненько. Так, и где тут, и где они? Блин, слышу, опа. Ема.
Опа. Мама спряталась. Опа. Как блин, я не понимаю, где они, ребят. Аккуратненько. Я тебя по кругу бегал, если сейчас. В смысле по кругу? Оп, выбегай. Оп, оп, оп. Это прикол, брат. Поймал. 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 Так, короче, братан, все, смотри, я тебя связал. Я тебя связал, и теперь я тебя тащу за мной. Я тебя тащу за мной, я тебя связал. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Все. Садись. Длинная, да, вот сюда, вот это твое место. Садись, ты связан. Все. Хорошо. Так, осталось поймать. Поймал! Поймал! Поймал Ярика. Все, Ярик, тебя тоже связал. Тащу за собой. Блин. Тащу. Ой, нет, ну не так, Ярик. Ты, короче, оставайся на месте. Ладно, ты тоже упал, типа, да? Все, давай, я тащу тебя. Я потянул. Сейчас, ребят, будет мега прикольно. Я связал двух этих пацанов. Давай, Ярик, запрыгивай. Вот это твое место. Вот, слева. Где? Вот, справа. Все, ребята, я поймал двух вот этих пацанов. И теперь я их увезу в свое логово, ребят. И буду над ними издеваться и прикалываться. Ну что, ребят, вы готовы? Только мы что-то не летим. Только мы что-то не летим. Слишком жирный. Слишком жирный. Ну давайте хотя бы эпично упадем, ребят. О, все, полетели. Ну что ж, друзья, вот так вот забавно заканчивается наш сегодняшний ролик. Мы надеемся, что видосик вам понравился. Не забудьте поставить большой палец вверх. Обязательно подпишитесь на все наши каналы. Ссылочки на все каналы будут в описании. Оставляйте много положительных комментариев. Чем больше положительных комментариев вы напишите, тем больше шанс попасть в следующий ролик лучше комментария. Также получить от меня лайк в комментариях. И то, друзья, очень круто. Не забывайте подписываться на все мои социальные сети. Ссылочки будут в описании. Если досмотрели ролик до конца, напишите в комментариях. Эпик! Это будет реально здорово. Узнаем, кто смотрит ролики до конца, кто нет. Но с вами сегодня были, как всегда, Оверкус и Барт. Всем удачи, ребят. Спасибо за просмотр и пока-пока! Пока, друзьяшки! Пока, ребята!